Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 16-го каталога Faberlic. Расскажу вам про новинки, которые уже успела протестировать. Итак, поехали! Вообще, это шикарный каталог, просто шикарный. Я такого количества новинок, сколько лет я в Faberlic, в одном каталоге не помню никогда. Это просто что-то с чем-то. Я взяла, наверное, 1/3 всех новинок в VIP-заказе, да, еще буду брать обязательно со следующим заказом и рассказывать вам, что-то уже успела потестировать. Итак, поехали. Что хочу сказать по этим новым гелям для душа. Будут еще отдельные ролики подробно на все серии и все линейки, потому что очень много продукции, я просто не успеваю ее тестировать. Гели для душа понравились оба, они просто шикарные. Мне сейчас пользуюсь Борозные ягоды, очень нравится принимать с ним душ. Он такой с кислиночкой, вкусненький, ненавязчивый аромат, который совсем недолгое время остается на теле, кожу не сушит, все супер. Соль еще не успели попробовать. Крем открыла. Так, бережная защита, тоже нравится, хороший базовый крем. Никаких чудес не делает, но и ручки очень хорошо увлажняет. Так, шампунь еще не потестировали. Но у меня есть подробный отзыв на ароматическое саше. Прям рекомендую. У меня сегодня была в гостях подружка. Она вдохнула аромат кофейного и сказала, что возьмет себе такой обязательно в машину. Давно, говорит, искала аромат именно кофе, а не какой-то там фигни, дословно цитирую, да, и вот, наконец-то, встретила. Выходит бюджетно, со скидкой консультанта, и это что-то невероятное, девчонки. Здесь сегодня в комментариях на YouTube был вопрос, пропитан ли сам воск ароматом, или просто вот его источает вот эта вот посыпка из цветов, да, или в данном случае кофе. Мне кажется, что и воск пропитан, потому что прошло уже 5-6 дней, вот этот кофейный у меня висит на кухне, этот в спальне с Розой в детской, и я до сих пор везде чувствую аромат. Мне безумно понравился больше всего цветочный. Я здесь чувствую василек. Прям вот василек-василек. Это какой-то аромат из детства, потому что, мне кажется, я вдыхала его последний раз как раз именно в детстве. Поэтому безумно понравился. Вот и висит он у меня в спальне. Этот висит на кухне, на верхних шкафчиках, прям на ручке, кофейный. И я подхожу мыть посуду вот над раковиной, и он постоянно источает яркий кофейный аромат, очень классный, который витает по всей кухне. Прям кофе-кофе. Рекомендую, девчонки, это что-то с чем-то. Это вообще другая песня. Это не те саше, которые у нас были, которые в шкаф вешались, которые вообще ни о чем, да? Это совершенно другая песня, я прям рекомендую, берите, тестируйте. Волшебная новинка на самом деле. По серии «Зима», в принципе, у нее абсолютно такой же состав, как и в прошлогодней. Все замечательно, все отлично, везде масло ши питает, увлажняет. Мне понравился бальзам. В прошлом году он не был таким плотным, здесь прям он плотный-плотный. На 10 лет использования хватит. По детской линейке вообще тоже только великолепные отзывы, пенится замечательно. Я и Крестюшки наливаю, хотя ей нет еще 3 лет, 2,5 как бы, да, но все равно никаких аллергических реакций. Пересушенной какой-то кожи тоже у нее не замечала. Она, конечно, не увлажненная, здесь нет ухаживающих компонентов, но тем не менее все отлично. Ксюшке уже мыла волосы шампунем, бальзамом, мармеладный микс. Ароматы везде великолепные, вот просто классные. Волосики хорошие, рассыпчатые, не спутанные. Вот тоже ничего плохого не могу сказать. Мыло дракончик отдала Крестюшке тоже играться в ванну. Она, когда купается, берет его. Ей безумно нравится, она прям довольна. Пену не образует, такая мыльная водичка получается. Но, тем не менее, есть легкий аромат. У него приятный такой достаточно аромат. Даже не могу сказать чего. Но вот легкий такой, практически неуловимый. Тоже оно 3+. Вот она играется, мы так и не используем. Тарелок на момент заказа не было, но я и не хочу. Может быть, возьму одну какую-то сервировочную, потому что они бюджетно, девчонки, стоят по сравнению с предыдущими коллекциями. Вы вспомните, какие цены были на предыдущей коллекции тарелок, они были гораздо дороже. Может быть, все дело в составе. Можно мыть в посудомойке, использовать в микроволновке. Это огромный плюс. Я не найду материал. Стекло. Ну у нас там был фарфор, видите, а здесь стекло получается. То есть бюджетная коллекция. Я, может быть, возьму какую-нибудь вот такую большую, просто чтобы вам показать рисунок и так далее, и что она из себя представляет, потому что я люблю больше однотонные тарелочки, беленькие в основном у меня все. И вот эти, ну, ни к чему вообще не подходят. Ну, для Нового года одну сервировочную какую-нибудь можно взять. Так, дальше что у нас? Стеклянные доски я терпеть не могу, поэтому обзора от меня на них не ждите. Вот эта коллекция текстиля тоже мне не подходит по расцветке и не нравится. Я не люблю вот этот визуальный шум, аляпистую вот эту всю вот тему. Смотрите, у нас здесь будет классный чайник.
У нас здесь будет банка для хранения, но я тоже это брать не буду, потому что у меня все в другой цветовой гамме. А кружкой пользуемся с удовольствием. Кружка классная, кружка суперская, ничего с ней как бы не случилось, все отлично, все нормально. А так, если вот вам подходит, вам нравится расцветка, почему бы и нет, цены вполне себе. Носочки потрясающие все, я вам их уже показывала, может быть, еще возьму, хотя мы уже так запаслись. Вот, кстати, новая коллекция пакетиков. Очень красивая, новогодняя, надо будет взять себе вот такие. А сейчас уже для випов появился вот этот вот большой, но он очень большой. Я хочу вот таких маленьких набрать. Дизайн просто потрясающий. Кстати, вот когда заказывала, пробника аромата Артефакт не было в наличии. Кто тестировал, расскажите, понравился, нет. Я хотела с вами о нем очень поговорить, потестировать, но на момент заказа, к сожалению, пробника не было. Все разобрали. Может быть, появится в этом каталоге. Возьмем тогда, посмотрим. Что касается водички, которую я взяла, да, тоже отзывы неоднозначные. Кому-то нравится, кому-то нет. Нет, она очень интересная. На самом деле, вот у нее шлейф богатый. Вот знаете, так пахнет от женщины одной на миллион. Потому что 99% воняет парфюмом Avon. Никого не хотела обидеть, просто он слишком узнаваемый, да? Сейчас, наверное, 10% точно носят бинты и йод. Вы поняли, о каком парфюме я говорю, да? Вот я сейчас много на ком чувствую, и меня почему-то отторгает, поэтому сама им не пользуюсь. А вот этот парфюм, который я надеюсь все-таки в каталоге найти, потому что название я его не выговорю, девчонки. А мы женские парфюмы уже закончили, сейчас будут, наверное. Вот он, вот он, вот он будет по акции тоже, вот он, вот этот вот с цветочками. Он очень интересный, он неповторимый какой-то, он комплементарный, мне понравился. Слушайте, цена вопроса ни о чем, будет меньше 300 рублей стоить парфюм как бонус за покупку 30 мл. Я прям рекомендую попробовать, потому что я вообще не люблю ароматы Фаберлик, вы прекрасно знаете, но тут прям вот попало в точку, я каждый день им пользуюсь, при великим удовольствием. Он очень круто раскрывается в холодное время года на морозе, вообще как-то волшебно. У него очень вкусный шлейф, но он не стойкий, да, вот на мне, хотя у всех по-разному, на мне он не стойкий. На мне вот 2-3 часа, и потом мне нужно принюхиваться уже, чтобы почувствовать и на одежде, и на коже этот аромат. Детских новинок тоже не было, к сожалению, в наличии, когда я делала заказ, я буду брать, скорее всего, все, порадовать детей, потому что новинки на самом деле интересные. Лак снимается пленочкой, очень стильный ванильный бальзамчик для губ, цены демократичные, это все 3+, то есть, в принципе, можно уже и крестюшки дать поиграться. Все такое красивое, мимимишное. Сейчас уже что-то есть для випов. Я смотрела, в корзину уже накидала. Когда я делала, заказ не было. Вот прям классные, классные новиночки. Будем тоже с вами тестировать. И палетки не было, но она уже появилась, опять же, сейчас вот к концу. Прям совсем. Цена вопроса ни о чем, со скидкой консультанта. Может быть, ее можно будет взять по VIP-программе. Я посмотрю, по VIP-программе она будет со скидкой 70%, то есть рублей 600 стоить. Поэтому, да, оттенки я обожаю эти. Это прям мои оттенки. Они все очень классные, крутые, носибельные и на повседневку, и на праздник, и вообще. Надеюсь, что вот эти глиттерные сияющие цвета не разочаруют и будут тоже стойкими, потому что красивые палетки есть у Фаберлик, но кожа их быстро съедает, и они не стойкие. По туши. Я, девчонки, не смогла с ней подружиться. Будет ролик немножко попозже. Она очень неплохая. Она на самом деле очень неплохая. Для своей ценовой категории она вообще неплохая. Но не смогла я с ней подружиться, и не увидела я никакого объема, и удлинение вот очень-очень спорное, с третьего слоя еле-еле. Но для тех, кто хочет идеально разделенные реснички, более-менее естественные, это прям вот то, что надо. Поэтому будет подробный ролик, еще все покажу на себе наглядно, все расскажу, все с вами посмотрим. Вот такие новиночки тоже потестируем. Не знаю, что буду брать, посмотрю опять, сколько баллов, потому что новинок тьма, и надо как-то в 100 хотя бы уложиться. Я блесками для губ вообще, в принципе, не пользуюсь, поэтому, может быть, пройдут мимо, но, а может быть, возьму. У меня всегда составление заказа – это такая, знаете, некая загадка для меня. Всегда добавляется то, что вроде как и не планировалось, и наоборот. Реснички Хаяль. Девчонки спрашивали, буду ли я тестировать рассыпчатую осветляющую пудру. Нет, девчонки, потому что я пудрами не пользуюсь. Она ни копейки стоит, да, поэтому не вижу смысла никакого брать. Но я всем рекомендую взять Каял, потому что они невероятно стойкие и очень легко точится обычной точилкой. Вот очень легко. Здесь очень мягкий пластик. Невероятно стойкие. Не отпечатываются ни в снег, ни в зной, ни в дождик проливной. Вообще, вот просто супер. Мне кажется, это на данный момент самый стойкий продукт для глаз Фаберлик. Смотрите, какие наклеечки золотистые появляются. И вот такие вот интересные. Возможно, возьмем. Сейчас пока пользуюсь обычным лаком.
пока не собираюсь опять делать гель, поэтому маникюр — это тема. Вот эта штука прикольная, вообще очень классная. Это густой-густой гель, в котором цветочки еще, он вообще не течет. Но при соприкосновении с кожей, смотрите, здесь большой объем 10 мл, тает и превращается в масло. Впитывается не моментально, минут 15 точно, поэтому либо на ночь, либо мажем ноготочки и ничего не делаем. Но очень круто питает, вот прям очень-очень питает хорошо. Мне понравилось, что халяль, что вот это масло просто обалденное. По крему для глаз не могу ничего сказать плохого. Хороший, легкий. Кого интересует текстура, это легенький крем. Тоже как будто подтаивает на коже. Ну, как бы и все. Вот в целом я от линейки в восторге. Я прям в восторге, но я кремом для глаз не люблю пользоваться. Меня устраивает полностью, как на моих веках работает и тонер, и сыворотка, и дневной и ночной крем. Поэтому не вижу никакой необходимости. Ну, как-то вот так. Гель для тела с ядом гадюки. Маленький объем, заметьте, 50 мл. Он у нас с вами блокирует рецепторы боли, способствует регенерации нервной ткани, улучшает клеточный обмен. Уникальная технология холодной варки, сохраняет структуру белков яда. Вот и далее, как облегчает мышечно-суставные боли. Я помазала поясницу, может быть, на капельку стало легче, и не больше. Мне в этом плане гораздо больше нравится аргинин. И в этом плане мне гораздо больше нравится сабельник. Вот сабельник прям хорошо помогает мне. Когда хондроз какой-то плечевой обостряется, когда поясница тянет, вот сабельник — это вообще вещь просто потрясающая. Гель для тела с ядом гадюки, на мой взгляд, гораздо слабее. Это чисто мое ощущение. А кто попробовал уже, кто уже применил, обязательно пишите. Будет очень интересно послушать, потому что мы с вами прекрасно знаем, что все у нас индивидуально. D3, К2 еще пить не начала, потому что и так много всего. Вот эта штучка очень удобная, прям хоть вторую заказывай. А утренние сюда, вечерние туда. В обед я не пью, у меня утром, вечером. Я сейчас пока разложила 3 утра, у меня вот так по несколько штучек в каждой ячейке, но просто она компактная. И вот 2 штучки так положила, я, скорее всего, вторую себе закажу, и на 3 дня лежит, потому что до этого таблетница у меня какая была, она большая, кромоздкая, много места занимает, и в итоге она меня прям выбесила, и я ее, короче говоря, выкинула. Сдала, вернее, Крестюшке Грации, а потом, естественно, выкинула. Вот пластыри согревающие тоже. Это вообще моментальная штука. Я сутки ношу и забываю про какие-то боли. Вот эта вещь просто, понимаете, работает. Я не увидела. Я несколько раз пыталась вот распробовать этот яд гадюки, и ничего у меня в итоге так и не вышло. Новая посуда. Теперь уже действительно сковородки. Должны быть сковородки. Но вы знаете, вот я посмотрела на их дизайн, на эти ручки, на это дно и на саму сковородку, и я прям что-то растерялась. Ну, во-первых, у меня все есть, мне ковшик осталось только обновить, и все, я не хочу брать. И во-вторых, мне кажется, ну вот на такую серию это очень завышенная цена, ну вот очень, честно. Кастрюля с крышкой 5000, что в ней на 5000, я не могу понять вообще. Вот в этой кастрюле на 5000 я не могу понять. Это очень дорого. Это очень дорого, даже со скидкой консультанта. Это прям дороговато. Ладно, там 70%, если бы можно было взять. Но мне пока нельзя. Надеюсь, скоро по ВИПу дойду до этого уровня, где можно будет и посуду брать с 70% скидкой. Тогда вот уже как-то, да, чтобы показать вам, чтобы сделать обзор и так далее. Но сейчас я считаю, это прям вот как-то сильно дорого. Я не вижу там ничего такого, за что можно было бы такие деньги отдать. Поэтому мне, честно говоря, жалко. По средству для мытья посуды писала пост в Телеграм. Девочки, оно действительно стало гораздо-гораздо гуще. И посуду отмывает просто до скрипа. У меня малинка. Так, да, здесь правильно уже написаны артикулы, да, 365, у меня малинка, и просто очень густой, вкусный аромат малины, потому что аромат малины в уходовой косметике, в детской, помню, серии «Кошка-малинка» или что-то такое, забыла уже, «Lovely Moments», по-моему, с малиной были, отвратительный приторный аромат, здесь аромат потрясающий, классный, суперский, оно очень густое, и у меня никогда так не скрипела посуда. Насколько я люблю средства для мытья «Фаберлик» посуды, да, и не было у меня никаких вопросов и нареканий, но тут прям вообще вот все мои ожидания превзошло, посуда просто в руках после мытья скрипит, вот скрипит, невероятно круто. Это видно прямо на стаканчиках прозрачных. Прям очень хорошо видно и заметно. Они как будто наполированные какие-то. Кто пробовал, тоже пишите обязательно ваши ощущения. Прошлогодняя коллекция новогодней одежды Family Look можно собрать. Да, что-то в прошлом году ее очень быстро расхватали на самом деле. И цены тоже завышенные.
Джемпер 990 рублей, ну 700 рублей, в принципе, еще по-божески. Вот по-божески. А брючки 1800, это, я не понимаю тоже за что. А, в тапках, кстати, в таких еще хожу. Мишка, ничего с ними вообще не случилось, оказались очень добротными. Прям вот гораздо лучше, чем вот эти вот тигрики. Вот эти с задничком, с таким небольшим, вот сколько раз их уже стирала, девчонки, вот все прям отлично. И вот эти детские тапочки Каала, тоже уже они по наследству перешли Крис, они Ксюшке уже малы, и с ними тоже ничего не случается, как бы все отлично. Мужские носочки у нас в новинках с вами. Так, что у нас еще новинка? Облегченное женское термобелье, то есть еще оно полегче. Вот так вот интересно, какой состав. 65 полиэстер, 30 вискозы, 5 спандекс. Но я не думаю, что это прям именно термобелье. А у меня есть леггинсы с прошлогодней коллекции. Они быстро очень покрылись катышками. Но, тем не менее, зимой я их все равно ношу. В них тепло. А из шапок новеньких, девчонки, я себе ничего не присмотрела. Я долго смотрела на шапку-капюшон, но поняла, что мне не подойдет. Мне идут объемные шапки. Вот реально объемные. А судя по всему, капюшончик этот такой вот в облипочку. Я видела подобные шапки-капюшоны на Wildberries, на маркетплейсах, да, и они как-то вот смотрятся поинтереснее, пообъемнее. А здесь как-то, ну не знаю, я смотрела, смотрела, заказывать, не заказывать, но решила, что нет, это не моя история, это будет однозначно возврат, так, чтобы вот просто показать. Здесь у нас акция для новых покупателей. Аромат на выбор. Регистрируемся, делаем заказ на 1500 и выбираем из представленных ароматов, которые хотим получить. Сразу хочу сказать, что вот этот парфюм Биоси я не пробовала, но его очень хвалят. Поэтому я бы взяла вот этот. А, еще что? Мужской. Классный. Мурмур. Классный. Дон Леон. Классный. И Дезирабль сейчас на осень. И Вальки... Ой, на зиму. Классный. Подборка вообще классная. Вот шикарная. Прям смотреть ноты, что ближе, то и выбирать. Ну, и все на этом, мои хорошие. Если вопросы остались, задавайте в комментариях. Ссылочка на регистрацию всегда под видео. Надеюсь, была вам полезна и интересна. Пишите, что вы будете брать из новинок. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.